Дети познают мир руками. Необычный фестиваль детских музейных программ прошел в дни осенних каникул в Петербурге. Прокатиться на ботике Петра I или потрогать ангела со шпиля Петропавловского собора на этой выставке стало возможным. Это интерактивная выставка, где все можно потрогать, пощупать, посмотреть, что, откуда и куда. И такой вариант интересный. Выставка встретила самых маленьких почитателей культуры Санкт-Петербурга в музее Анны Ахматовой. Прототип легендарных часов «Павлины» Гатторпского глобуса, памятник дедушки Крылова и многое другое. Выставка стала одним из способов познакомить малышей с достопримечательностями и шедеврами города. Представлены вещи, символы Петербурга, которые нельзя увидеть в непосредственной близости, вживую. Поэтому решили, что здесь у нас будет шанс как раз поближе рассмотреть и еще раз обсудить то, что мы с ребенком видим. Подобные выставки для детей были организованы еще в 20 музеях города. Фестиваль «Детские дни в Петербурге» проходит уже в 4-й раз. Интерес Санкт-Петербург, Россия.